Если вы посмотрите на те действия, которые вы совершаете в течение дня, и зададите себе честный вопрос, а каков был глубинный смысл, действительный смысл того, что вы делаете? Значит, вот вы утром, например, одеваетесь, да, и вы же одеваетесь не для самих себя, вы одеваетесь для тех людей, с которыми вы собираетесь этим днем встретиться. То есть, если там будут, условно говоря, особи, которые... у вас запланированы встречи с особами, которые вам кажутся очаровательными и привлекательными, вы, в свою очередь, захотите быть очаровательными и привлекательными, и мы, соответственно, будем одеваться под этого человека. Подлинный смысл этого действия не просто одеться, чтобы нам было тепло. Есть подлинный смысл этого действия, который состоит в том, что мы хотим на кого-то произвести впечатление. Если вы начинаете признаваться себе во всех подлинных смыслах ваших действий, которые вы зачастую совершаете на автомате, даже не осознавая этого, вы значительно больше узнаете о себе.